В центре приема и отработки заявок управляющей компании «Авангард Восток» прошла очередная встреча с жителями по итогам 3 недель работы компании на жилом фонде. За 24 дня в аварийно-диспетчерскую службу поступило 1656 заявок, половина из них уже отработана. Над оперативным решением каждой вместе с управляющей компанией работают депутаты, управление жилищно-коммунального хозяйства и территориальное отдел администрации муниципалитета. Главой городского округа Щелково принято решение оказывать помощь другими управляющими компаниями. Мы уже выставляем бригады из других управляющих компаний для того, чтобы быстрее решить эти вопросы. И они будут пока работать, оказывать помощь еще постоянно. Основные усилия сегодня направлены на ремонт коммуникаций в подвалах и квартирах. Директор управляющей компании представил подробный отчет с фото и видеофиксацией о проделанной работе. После перешли к вопросам жителей. Все обращения фиксируются в протокол, после чего для их устранения дается ровно 1 неделя до следующей еженедельной встречи. Понимая, что от предыдущей УК досталось непростое наследство и отработать все заявки в короткие сроки сложно, администрация городского округа Щелково оказывает помощь «Авангард Восток». Сама же компания продолжает найм персонала. Мы приблизились к исполнению тех заявок, которые поступают на 50%. По истечении 3 недель нашей работы у нас есть в этом прогресс. Помимо всего прочего, нам довольно-таки серьезно помогает администрация. Мы со своей стороны тоже нанимаем людей, чтобы усилить работу. Сделано немало, но и предстоит решить вопросов еще много. Однако уже сейчас жители отмечают перемены к лучшему. Очень удивились, что управляющая компания в течение 5, 7, 10 минут реагирует сразу. И приезжает не одна бригада, не один слесарь. Приезжает несколько человек и максимально короткое время стараются устранить. Центр приема и отработки заявок УК «Авангард Восток» на Космодемьянской 15В работает с понедельника по субботу с 12 до 20 часов. Заявки принимаются как в очном режиме, так и по телефону, который вы видите на экране. Виктория Мельник, Александр Аржевский, Щелковское телевидение.